10-тонник, вот большой такой. Это 20-тонный, то есть 20 тонн может приподнять. Угу. Также имеются фонари плюсом, веревки и прожектора, которые устанавливаются на мачты. Это генератор? Да, все это вот генератор. Один прибор вот, под ножницы, под разжимы, под домкраты. Гидравлические ножницы? Да, здесь резаки, ножницы. Видно побольше. Желтые. Вот, видите, обратите внимание, то есть эти носилки как по длине регулируются, так и по ширине. То есть это очень хорошая вещь. Для чего мне нужен этот автомобиль, для таких целей? Ну, согласно приказу начальника главного управления МЧС России, о создании спецподразделений. На территории Республики Мордовия создано новое подразделение СПЩ. Предназначено СПЩ для выполнения задач, связанных с ликвидацией последствий аварийной ситуации на территории Российской Федерации. То есть подразделение в настоящий момент как бы не имеет района выезда, и по сигналу начальника главного управления или вышестоящих руководителей за определенное количество времени собирается и или авиатранспортом, или железнодорожным транспортом, или самостоятельно следует в зону ЧС. Любого характера аварии, будь то там, взрывы или то что-то. По команде машина, личный состав собирается и согласно указаниям следует в район проведения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. То есть согласно вот этой программе в СПЩ пришел аварийно-спасательный автомобиль. Такой автомобиль в пожарных подразделях, в пожарных подразделениях он первый. Машина предназначена для выполнения любых работ, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. Также имеется оборудование для работы на высотках. Машина достаточно дорогая, стоит 5,5 миллионов. Машина отличается полноприводная. Имеется также лебедка для самовытаскивания. Расчет машины 5-6 человек, включая работник медицинской службы. Какая-то еще техника в ближайшее время планируется закупаться для вот этого специального подразделения? Да, так, планируется. Уже поступила информация о том, что нам приходит тяжелая техника АЦ на базе КАМАЗ. Да, это автоцистерна, да? Автоцистерна. На базе КАМАЗ 8 тонн. Это относится к цистернам тяжелого класса. Он еще должен разгореться.